что этот закон не дает права пенсионерам сегодня работать. Этот закон дает обязанность пенсионерам работать. Давайте будем честны. Дает обязанность работать не до старости, дает обязанность работать до самой смерти, до могилы, до последнего своего дня. Значит, государство фактически снимает с себя все социальные обязательства по этому поводу и огромную прослойку населения обрекает на ну, просто чудовищную будущее, на чудовищную судьбу. Нам говорят, как один из аргументов на вот этих вот мнимых сотнях площадок, что в стране нет денег. Но ведь это же ложь. Это просто ложь. Значит, мы за прошлый год на 17 триллионов нефти добыли и на 10 триллионов газа добыли. Половина в бюджет попала, а другая половина олигархов в их карманах осталась. И Россия первое место в мире по количеству суперяхт, чьи интересы выражает власть. Мы видим это вот в этих конкретных шагах. Значит, пакет Яровой мы приняли, да? Несколько триллионов рублей, чтобы следить за нами. У нас что, проблем других нет, что ли, в этой стране, а? Вы послушайте, счетная палата официально нашла нарушение на 1,9 триллионов рублей. Официально эти деньги фактически украдены. Вот чем нужно правительству Медведева заниматься, а не пенсионеров обирать. Но 700 миллиардов потрачено на футбол. Показать кино всей нашей стране. Чтобы люди в этом угаре, я не знаю, как его по-другому назвать, зомбированы этим телеящиком, забыли обо всем. Вот если бы мы победили Хорватию, я вас уверяю, ввели бы крепостное право в нашей стране. Поэтому я призываю моих коллег по созыву, да, областной думе, также обратиться к своей совести и вспомнить, что вам избирателям в глаза придется смотреть. К разработчикам законопроекта, к либеральному правительству Медведева обращаюсь с этой трибуны. Вы жулики, вас надо привлекать к ответственности.